Еще Какой не карта? все, товарищи. Ну, 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 Слушайте <с дальше. Взялся я за ручку, и она осталась у меня в руке. Каждый раз, когда я выпускаю воду из ванны, я заливаю соседа внизу. Ну, На балкон вообще не выхожу. Боюсь, как бы он не рухнул вместе со мной. Товарищ, минуточку, минуточку, товарищ, товарищ, это лишь одно из писем, поступивших из нового жилого района, который мы недавно сдали. Как видите, общественность нас контролирует, общественность нас критикует, общественность не удовлетворена нашей работой. Так вот, что мне сказать генеральному директору, когда он вызовет меня на ковер? Что? Можно найти. Начальник монтажного подразделения инженер Гроуза. Прошу вас. Товарищ директор, да. а что я могу поделать, если людей не хватает? Старая песня. А что скажет нам на это начальник подразделения внутреннего обустройства, инженер Каганек? Ну, то же самое, товарищ директор. Что то же самое? Не хватает людей. Товарищ Каганек, это не аргумент. Дело серьезное. Начальник транспортного подразделения инженер да. Коштел. Да. Ну я того же мнения, товарищ директор. Какого того же? Ну что людей в самом деле мало и без дополнительной рабочей силы. Вы слышали, товарищ Мерта? А, вы, да. вы слышали? Здесь что мнение? вы на это скажете, как начальник отдела кадров? Эх, стараемся, товарищ директор, стараемся. Я это от вас слышу все время. Так я же стараюсь все время, товарищ директор. На каждом совещании одна и та же песня. А я хочу видеть результаты. Результаты. В противном случае придется... Придется вас лишить премии. Как? товарищ директор, извините, у меня есть результат. Есть? Да. А если конкретно? Вот Светличкова Светлана. На какую должность? Секретарши. Ну и ну и и и высшей квалификации печатает на машинке всеми десятью пальцами стенографирует хорошо знает разговорный русско-немецкий английский ну и красавица в придачу вот прошу товарищ директор вот фотография из личного дела она можно взглянуть да пожалуйста товарищи товарищи что за свист? Простите, товарищ директор. <г polarizing noise> это я от неожиданности. <г listener voice> Ух, вот это глаза! Да. А эти... А этот бюст... <груз> aquell... <гру> Прекратите неуместные замечания. Товарищи, для нас важнее, что данный товарищ не только печатает десятью пальцами и стенографирует, да. но даже говорит на иностранных языках. Да, да. Вот в чем дело. Я вижу, товарищ Мерта сделал выводы из критических замечаний в его адрес, приложил, так сказать, усилия и начинает выполнять поставленные перед ним задачи. Благодарю вас. Понимаете, сегодня секретарша, завтра будем надеяться, монтажники, а послезавтра глядишь, и каменщики. Верно, я говорю, товарищ Мерта? Да, да, да. Так точно, товарищ директор, а кому она, то есть, какому подразделению она, так сказать, достанется, товарищ директор. Вот. Вот это очень своевременный, я бы сказал, вопрос. Так, товарищи, какой отдел нам укрепить? Позвольте, я, товарищ директор, хотел бы напомнить, что транспортному отделу давно уже нужна секретарша, которая в то же время была бы и диспетчером нашего подразделения. Так. Об этом я неоднократно говорил на наших совещаниях. Да. Товарищ директор, в моем подразделении эта функция ключевая. Заказы и заявки скапливаются со дня на день, и конца им не видно. Не знаешь, за что раньше взяться. Я буквально утопаю в них. А я что, не утопаю? Я тоже утопаю. Спокойнее, спокойнее, товарищи. Не перебивайте друг друга. Ой. Вносите предложение по очереди, не надо вздыхать. Итак, товарищ Коштел, вы все сказали? Ну, пока все, товарищ директор. Я не хочу занимать попусту ваше драгоценное время. Однако хочу подчеркнуть, что без секретарши, как руководитель транспортного подразделения, в самом деле не могу гарантировать выполнение стоящих передо мной э, задач. Так, понятно. Монтажное подразделение, инженер Гроуза. Товарищ директор. Да. Товарищ. Да. Бесспорно, у транспортников есть проблемы. Но я вас спрашиваю, а у кого их сегодня нет? Товарищ директор с его исключительно богатым жизненным опытом может подтвердить, прежде чем принять решение, где найти применение такой квалифицированной рабочей силы, необходимо тщательно взвесить все факты. Правильно. Я считаю, Прежде всего необходимо усилить подразделение, которое является краюгольным. Как вы сказали? Я сейчас повторю, является краеугольным камнем нашего комбината. Правильно. А этот камень, кто он, товарищи? Кто? Ну, кто? Монтажное подразделение. Ну, простите. Нет. Товарищи, 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 сейчас нам не до шуток. Не хочу вас пугать, но мы стоим на грани катастроф. Почему? Мы уже не успеваем в предписанный срок возвращать заказчикам их заявки с объяснением, что не можем принять заказ по причине недостаточных производственных мощностей. <сؤال> товарищи, <сؤال> ведь <сؤال> может статься что мы не успеем послать отказ, предписанное законом время. И тогда государственный арбитраж заставит нас принять часть этих заявок. Ведь это была бы трагедия, товарищи. Вы представляете себе, насколько реально эта опасность? Так, э, понятно. Подразделение внутреннего обустройства. Вам слово, товарищ Каганек. Товарищ директор. Да-да. Вы, как бывший работник подразделения внутреннего обустройства, отлично знаете, с какими трудностями мы сталкиваемся изо дня в день. Нам ведь тоже приходится отказывать. Мы, конечно, размножили бланки отказа на ротаторе, но можно ли так бессердечно обращаться с заказчиками? Наш клиент имеет право на уважительный отказ. Пусть ответ будет отрицательный, но зато в виде пристойного письма, написанного на машинке и без опечаток. Я выслушал аргументы товарища инженера Гроузы. Я уважаю товарища Грозу, но, товарищ, ведь построить коробку здания – это же детская забава. Смонтировать и сварить панели в наши дни – это под силу чуть ли не, не, не малому ребенку. А, а вот, вот строить электропроводку, вентиляционные системы, санузлы, настелить линолеум да так, чтобы не вспучивался – вот где они подлинные проблемы, товарищи. Машины для этого еще не придуманы. Это все вручную делается. Отсюда срывы, рекламации, критика. Все отсюда. Короче говоря, товарищ-директор, я предлагаю укрепить этой новой квалифицированной рабочей силой наше наиболее часто критикуемое подразделение. Подразделение внутреннего обустройства объектов. Иначе я, я не смогу гарантировать выполнение плана. А я смогу? Можно подумать, что монтажное подразделение не завалено теми же делами. Товарищи, товарищ, а транспорт? Кто вам панели возит? Я не понимаю. Кто вам дает экскаваторы и бульдозеры? А -а -а. И автокраны? Товарищи, Кто? Товарищи, товарищи, минуточку, минуточку. Минуточку. Тихо, тихо. Мне бы не хотелось, чтобы эта новая рабочая сила так сказать, стала яблоком раздора между нашими подразделениями. Пора положить конец спору. Полагаю, что усилить новые раб силы нужно транспортный отдел. Благодарю вас. Это вспомогательное <связывающие> производство. Оно служит как монтажником, так и отделочником. Итак, мы удовлетворяем просьбу руководителя транспортного отдела, товарища инженера Коштяла. Светлана. Добрый день. Видите, я даже знаю, как вас зовут. Так, значит, товарищ директор все же сдержал слово. Да, с сегодняшнего дня я работаю у вас, товарищ инженер, в транспортном отделе. Да, 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 да. Ну что ж, сердечно вас приветствую. В сотрудничестве с такой очаровательной секретаршей мы играючи справимся со всеми делами. Я тоже так считаю, товарищ начальник. Особенно, если вы будете приходить на работу вовремя. Сегодня вы опоздали на час. Но позвольте, я как начальник отдела... Должны служить примером для коллектива. Иначе о дисциплине не может быть и речи. Я нарочно проверила сегодня выход на работу. Все ваши подчиненные явились на работу с опозданием. Кроме товарища Шимочка. Да? А он пришел вовремя только потому, что его часы спешили на полчаса. Поэтому я напечатала список опоздавших и вывесила его рядом со стеной газеты. Можете пойти взглянуть. Около него до сих пор толпится народ. Надеюсь, это пристыдит опоздавших, и завтра они придут вовремя. Да, да, да. Ну, разумеется, разумеется. Ой, я так рада, что вы одобряете мои действия. Понимаете, я иногда бываю немножко слишком инициативной. Да? Мне еще преподаватели в училище об этом говорили. Тратить время попусту я не привыкла. Поэтому в ваше отсутствие я разобралась с несколькими посетителями. Ну, конечно, каждый начинал с того, что, мол, хочет говорить только с вами, но все это мне давно знакомо. Все воображают, что у них проблемы государственного значения. А на поверку самые банальные вопросы. Дельная секретарша, нам еще в училище говорили, должна сама решать до 75% дел, которыми обычно обременяют руководящих работников. Если секретарша ленива, нерасторопна, ее начальник перегружен, у него повышается давление, ему угрожает инфаркт. Я, я правильно говорю? А, ну, разумеется, конечно. А как же иначе? Вот, спасибо. У меня будто камень сердца свалился. Вы даже не представляете, как я рада, что и вы того же мнения. Мы с вами отлично сработаемся. Да, я чуть не забыла. Приходил директор мясокомбинат какой-то Кадличек. Он говорил, что строит себе где-то здесь дачу. Кадличек? Сам товарищ Кадличек? Ну, сам не сам, с килограммом вырезки. Нет, по-моему, с двумя килограммами. И что вы с ней? Естественно, вернула. А вы разве поступили бы иначе, товарищ начальник? А... За аренду экскаватора этого маловато, не так ли? Поэтому я попросила бухгалтерию оформить на него счет, как полагается. По тарифному справочнику э, мы ему насчитали э, 150 крон за час. Это, конечно, немало. Но, как говорится, дружба дружбы, а денежки брось. Товарищ Кадличик неделю использовал наш экскаватор на своей даче. При двухсменной эксплуатации 16 часов в сутки. и Итого 112 часов за неделю умножаем на 150 крон. Господи боже. А он что? Глазом не моргнул. При виде счета на 16 Тысяч восемьсот крон. Глазом не моргнул? Представьте себе. Правда, когда его привела в чувство, он стал моргать, как заведенный. Но со временем у него это пройдет. Похоже, это был нервный тик. Да, 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 да. Да, но мы ведь этот экскаватор проводили по статье ремонта. В этом деле я тоже навела порядок. Он проходил по этой статье ошибочно. Это же совершенно ясно. Иначе как он мог работать на даче этого товарища Кадличика? Поэтому я распорядилась, естественно, от вашего имени, чтобы бухгалтерия исключила из счетов этот ремонт. А что касается часов, которые приписывала себе за ремонт бригада какого-то кучерика, они, товарищ начальник, придут просить вас, чтобы вы записали им эту неделю в счет их отпуска. Они сами придут? Естественно. После того, как я им все объяснила. И я вас очень прошу, подпишите им эти заявления. Они ведь, в общем-то, очень славные ребята. Они, наверное, не догадывались, что прокурор мог истолковать это как расхищение социалистической собственности. Mm. Да. А детали, которые они выписали со склада за этот несуществующий ремонт, они вернут. Завтра же их привезут. Они их взяли домой по ошибке. А вообще-то, они порядочные парни, поверьте. И что же вы это с ними так запросто? Без крика, без скандала? Очень нужно мне с ними скандалить. Я же вам говорю, что в общем и целом это интеллигентные ребята. Сразу поняли, в чем дело, еще и благодарили меня. О. Что с вами? Что-нибудь с сердцем? Может, вызвать? Себя? Нет, 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 ради бога, никого не вызывайте. Это э, от сигарет. От сигарет я слишком много курю. Да, да, я заметила. Сигареты в шкафу, целыми блоками. Какая разница, что они импортные, коробки ленточками перевязаны. Все равно они гробят ваше здоровье. Не стыдно вашим друзьям. Еще подсовывают под ленточки свои визитные карточки, чтобы сразу было видно, кто преподнес вам эту гадость, эти гвозди в ваш гроб. Ой. Как вы уже и там? А когда же вы успели? Я решил навести хоть какой-нибудь порядок в кабинете. Давно пора, скажу я вам. Везде бутылки, даже в регистраторах. Надпись, протоколы, а внутри Еленковская сливовица. Снимаю с полки папку списанное оборудование, а за ней виски Black and White. Но, 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 но. Да, а ведь я еще не добралась до шкафа, где хранятся расчеты с частными клиентами. Но, знаете, да если все я... это выпить, получите цирроз печени за милую душу. Очень может быть, что эти люди действительно вас любят, но поберечься не грех. А вообще-то, бескорыстная симпатия вещь такая редкая. Увы, не все носят подарки без задней мысли. Не так ли? Уж кто-кто. А я имею кое-какой опыт в таких делах. Вот мой прежний шеф, прежде чем его сняли. О, что, жарко, да? А сейчас я окно открою. Благодарю. Да, так о чем это я? Мой бывший шеф был, в общем-то, человек неплохой. Жаль, что я раньше к ним не попала. Был у него один единственный недостаток. Он никому не мог отказать. Решил он поставить перед складом современную скульптуру. Знаете, что такое там из железа, там еще что-то. Нашел скульптора, тот сварганил ему свой шедевр, а потом возьми и принеси шефу 20% комиссионных в виде вознаграждения. И опять шеф не смог отказаться. Mm. Ну и... Воды. Вам попить или побрызгать на вас? Пить. Так, прошу. Ну как, уже лучше? Спасибо. Ну вот. Наведем мы порядок, проверим загрузку водителей, экскаваторщиков, бульдозеристов, крановщиков, а главное проверим процент использования всей техники, ликвидируем все левые естки. Да, кстати, чтобы не забыть, я тут ваше отсутствие уладила дело с товарищем Кудлочком из генеральной дирекции. С товарищем Кудлочком из генеральной? Да, он машину хотел одолжить, мол, поехать с семьей. Да, да, я знаю, он просил меня об этом. Да, он поедет поездом. Поезд? Товарищ Кудлочек, из генеральной дирекции поездом? Да, он сам так решил. Да ведь он мне звонил. Позавчера! А, тогда он еще не знал, что должен прислать нам заявку. Но когда я ему подсчитала, во что ему обошлась бы эта поездка к дедушке, он сам высказался за поезд. Светлана! Да. Что вы сказали, товарищу Кудлочку? Ровным счетом ничего. Просто зачитала ему приказ директора номер 36 от 12 -го 8 -го о запрете использовать служебные машины для личных поездок. Да, и предложила ему взять такси. Потому что сначала поезд ему тоже не показался. Я даже хотела заказать ему такси, но он. Такси, товарищу Кудлочику. такого быть не может. Даже очень может. Только это влетело бы ему в копеечку. Поездом куда дешевле. Или автобусом. О! Что, еще водички? Нет-нет-нет-нет, благодарю. Больше вы меня ничем не порадуете. Вот разве что жена ваша звонила. И что, она? Понимаете, ей показалось странным, что вы сегодня надели свой лучший костюм и извели чуть ли не флакон одеколона. А а... Она очень мной заинтересовалась. Мол, дома вы и словечком не обмолвились, а новой секретарше. Ну, знаете. Мы сразу нашли общий язык. Она хочет лично со мной познакомиться. А она придет с минуты на минуту. Еще один подарочек. Хорошая жена – лучший подарок. Отдел транспорта, секретариат. Слушаю вас. Да-да, знаем и ждем. Ваша супруга. Звонили с проходной. Она идет сюда. Господи, помилуй, что делать? Ехать в жилой массив Колоны. Правда, там вас прописочат за автокран, который вы так туда и не послали. Но, по крайней мере, вы знаете, что вас там ждет. А вот здесь... Светланочка, да. вы совершенно правы. Еду в жилой массив Колоны. А вы замечательная секретарша. Настоящий талант. Грех бы был зарывать его в моей мелкой конторе. И я этот грех на себя не возьму. Вас просил, вы знаете, просто требовал к себе товарищ Гроуза, начальник монтажного подразделения. Ведь вы знаете, это ведь краеугольный камень нашего комбината. Светлечкова. Светличкова. Приветствую вас в нашем заведении. О, и розочка в вазе. А она вам не мешает, товарищ Гроуза? Ну что вы, напротив, цветы обожаю. Ведь на языке цветов можно высказать все, что угодно. Взглянешь на такую розу. Вы, наверное, не поверите, но в молодости я баловался стишками. Вот, гляжу я на вас и на эту дивную розу рядом с вами, и так тянет сесть за стол и писать, писать. Замечательно. Рада это слышать. У нас здесь масса писем, на которые давно пора ответить мы можем сразу же приняться за работу. Светланочка, работа ведь не волк. В лес не убежит. Посмотрите, день-то какой золотой. Погода чудесная. Да, да. Вот именно об этом вам пишет народное предприятие «Строю техно». Вот, пожалуйста, несмотря на чрезвычайно благоприятную погоду, Ваши работники так и не приступили к выемке грунта под фундамент, хотя срок ваших обязательств истек уже месяц тому назад, угрожает опасность. Ничего нам не угрожает, Светланочка. Знаю, знаю, мы обязались приступить. Но разве мы знали тогда, какие препятствия возникнут на нашем пути? Ну да, каждый думает, что важнее его дела не бывает. И понятия не имеет, сколько у нас таких дел. Давайте, Светланочка, побеседуем о наших делах в теплой, дружеской обстановке. У меня и коньячок грузинской есть. Как вы на это смотрите? Спасибо, товарищ Гроуза. Ну, я не пью, тем более в рабочее время. Ну, так же, как и вы разумеется. Вот он приказ. Вот он, директора, за номером 28 от 5 февраля категорически запрещается распивать спиртные напитки на территории предприятия. Ну, в виде исключения. К сожалению, исключения абсолютно исключены. Нужно привести в порядок эту гору корреспонденции. Светланочка, не огорчайте меня. Скажите, что вы шутите. Если бы вы знали, какой пожар вы зажгли в моей груди? Ну зачем так горячо? На случай пожара у нас висит инструкция. Начавшийся пожар можно своевременно ликвидировать с помощью ведра воды или мокрой тряпки. Иногда достаточно несколько раз шлепнуть мокрой тряпкой. Как это понимать? А так, что я подготовила корреспонденцию, которую нужно сегодня же привести в порядок. Времени на это у нас около часа, потому что вас ждут в этой самой техни где настоятельно требуется ваше личное присутствие. Что? В техни Исключено. Вы же читали их письмо. Представляете, что там начнется? Они же меня жильем съедят. Нет, нет, нет. И к тому же я не могу ехать без соответствующей документации из отдела капиталовложений. А она будет доставлена вам в половине одиннадцатого. И они взяли и согласились? Без всяких разговоров? Ну, кое-какие разговорчики были. Но когда я им сказал на чистоту, ну, разумеется, от вашего имени, что мы лишим их квартальной премии, они твердо обещали. В самом деле? Вот это да. Вы открываете мне глаза. Давно пора, товарищ Гроузен. Простите, не понял. Что значит давно пора? Давно пора открыть глаза. Сегодня я специально встала пораньше. Сами понимаете, раз ты приступаешь к работе в таком ответственном месте, в монтажном подразделении, от которого зависит решение жилищной проблемы, и который так страдает от нехватки рабочей силы. Да, да, конечно. Очень мило с вашей стороны, что вы так интересуетесь нашими проблемами и трудностями. Скажите, пожалуйста, товарищ Гроза, настройки работают с шести, верно? Ну да. Настройки с шести утра. А, а как же? В шесть ноль-ноль. Да, совершенно верно. Я была утром на стройке ровно в шесть. И, и в самом деле ноль-ноль. Не ноль. живой души. Хотя я прождала до половины седьмого. Неужели на стройплощадке никого не было? Нет, что вы? Я бы даже сказала, стройка была похожа на муравейник. Кто с двухколесной тачкой, кто с трехколесной, один деятель даже на пикапе прикатил. Сами знаете, дачи владельцы, этим все сгодится. А сторожа вы не видели? Нет, я только слышала, как он храпел в будке, пыталась его разбудить, но напрасный труд. А -а -а. А наши строители? Неужели никого из них не было? Ой, ну как же, буквально в двух шагах от стройки. В закусочной под липой, которая открывается ровно в шесть. Дивная картина. Да, правда. Культура обслуживания, ничего не скажешь. А мастера что же? С ними, товарищ Гроза, с ними, с ними. Хороший мастер никогда не расстается со своей бригадой, даже в закусочной. Ну, я им покажу. Я с ними разберусь. Ручаюсь, это было в первый и в последний раз последний раз зависит только от вас. А насчет того, что в первый раз на вашем месте я не стала бы ручаться. За ними там забронирован в уютном уголке постоянный столик. Официант с ними на «ты». Всех знает по именам, как завсегда ты -то их, товарищ Гроза. Они там почетные гости. Любой их там знает. А сколько народу за ними ходит? Какого народу? Ну, заказчиков. Если мы не организуем им работу, организуют другие. У них ведь там полный набор строительных профессий. Выбираю любого специалиста. Стоит только распахнуть сердце и бумажник. И сроки соблюдаются безукоризненно. Ну, во всяком случае, я ни о каких рекламациях не слышала. И вы все это выяснили за каких-то полчаса? Ну, это же не так трудно. Повсюду пишут, что на стройках острая нехватка рабочей силы. Вот я и решила взглянуть. Кто и где ее расхватывает? Ну, ведь это просто ужасно. Я немедленно сделаю из этого выводы. Давно пора. А вы знаете, сколько людей остаются без жилья только потому, что в новых районах не сдают вовремя квартиры? Нужно бы созвать людей, усовестить их, а на складах и стройплощадках пора произвести инвентаризацию. Кто-то должен отвечать за утечку стройматериалов. Да разве я могу справиться со строителями? Не можете, а должны. Ведь вы руководитель подразделения. Они обидятся и возьмут расчет. Не бойтесь, не бойтесь. Если вы напишете в их характеристиках, почему вам пришлось с ними расстаться? Они еще десять раз подумают, прежде чем уходить. Но прежде всего нужно внимательно просмотреть нормы и наряды. За что, собственно, они получают деньги? Кто им эти наряды закрывает? Да надо бы. Тут нужна основательная ревизия. Очень может быть, что ее результаты заинтересовали бы прокурора. Прокурора? Да вы не пугайтесь. Возьмемся вместе и справимся. Завтра же и примемся за дело. Понимаете, Светланочка, я боюсь, что нам придется расстаться. Как? Уже? Ничего не поделаешь. Я уже пообещал вас коллеге А. Значит, к отделочникам. В подразделении внутреннего обустройства дела обстоят еще хуже, чем у нас. Совесть не позволяет мне держать у себя такого бесценного работника, зная, что мой коллега изнемогает под грузом своих задач. Как это так? Принято решение? Как это так? Ко мне? Ты просил? Но я же тогда не знал. А что, что, собственно, ты не знал? Что? Что в других местах она еще больше нужна. Ладно, перестань. Не будь таким скромником. Впрочем, товарищ директор уже принял решение. И завтра она приступает к работе у тебя. Алло, А, Мерта! Черт меня побери. Да. Доигрался. Нет, нужно что-то делать. Что-то делать. Стоночек. С ну, конечно же. Стоночек! 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 Стоночек. Я здесь, товарищ начальник. Добрый Добрый день. Добрый день. Добрый, добрый. Садитесь, товарищ Стоночек. Спасибо, спасибо. Я уж постою. Нет, 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 нет. Садитесь. Так вот, товарищ Стоночек, я вас вызвал. Опять. Я знаю. Но я же товарищ Кагник. Не виноват. Ну, честное слово, не виноват. Я только зашел спросить, дома ли коллега Вальхарик. Что? Электродрель хотела одолжить, понимаете? Так. А пани Вальхарикова сразу же не хочу ли я кофе? Ну вот, вот в этот раз, ну вот ей-богу, без вины виноват. Ну Я вам верю. Не, ну, честное слово, товарищ И... Каганик, ну не виноват я. Вот как в тот раз с товарищ Брахочковой, у нее молкран течет, а от мужа никакого про. Знаю, знаю. Ну что знаю. мне оставалось делать? Я заменяю прокладку, а она, понимаешь, в одном халатике. Я уж сам не знаю, куда от них деваться. А что? Опять кто-нибудь жаловался? Успокойтесь. На этот раз никаких жалоб нет. Наоборот, я хотел бы попросить вас об одной дружеской услуге. Меня? Да-да вас. Именно вас. Закуривайте. А что за операция? А? Операция ЖЭ. А почему ЖЭ? ЖЭ. Значит, женщина. Послушайте, товарищ тоночек у вас на комбинате репутация Дон Жуана, не ой, так? Ой, ну вот опять, ну да, я то да. чем виноват? Ну вот, ну вот как, ну вот с этой возьмем, ну вот с Пехочков, я. У нее мол калькулятор забарахлил. Значит, прихожу я к ней в перерыв. А она, нет, извините, что я вам об этом рассказываю, она, вы знаете, не не та... надо, не не надо оправдываться. Лично я искренне рад, что в моем отделе есть такой Бельмондо, перед которым ни одна девица не устоит. И не только рад. Лично меня товарищ Стоночек это вполне устраивает. Да? Да. Завтра? К нам приходит на работу новая секретарша. Красивая, молодая, образованная. Так вы О. говорите красивая? Молодая? Да. Зовут ее Светлана Светличкова. О, Светлана. Что? Вы ее знаете? Нет, что, что, просто имя хорошее. Помню. Ехал я как-то поездом с одной такой Светланой из Свитов в Брно. Хорошо, хорошо, хорошо. Она... Я знал, к кому обратиться. Так вот, это Светлана Светличкова. Да. Это светлая личность, а на самом деле черт в юбке. Так. Стоит ей появиться, и через час все вверх ногами. Вы можете себе представить? Вот это, да. Начальник транспортного отдела. Инженер Коштел чуть инфаркт не получил, по ее милости. Сейчас лежит на исследовании, а начальник монтажного подразделения берет неделю отпуска, чтобы прийти в себя. Ну, а вы-то, вы-то что же, товарищ начальник, это а? Это я, 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 я не знал, вы понимаете? Я не знал, понятия не имел. Мне об этом сообщили слишком поздно, так что теперь Единственная возможность избавиться от нее как можно скорее, это доказать, что она недостойно ведет себя, не оправдывает, что ли, доверие. Понимаю, вот он понимает. Вы, вы, дружище, моя последняя надежда, мое единственное спасение. Да только ли мое речь идет о благе всего подразделения, только вы с вашим обаянием способны ликвидировать. Эту Светличку. Эту любопытную Варвару, которая сует везде свой нос. Минуточку. Что? Их что? Двое? Как? Да, нет, нет! Нет! Это поговорка такая, про Варвару! А Светличкова одна. Она одна хуже целого полка ревизоров. Вас понял. Все расходы я беру на себя, Стоночек. Вот. 500 крон за датку и ключи угу. от моей дачи. Да ну, вы же сами ее строили. Ученого учить. Только портить. Но сначала, пожалуй, понадобится ресторан, а уж потом моя дача. Ну, само собой. Но тактично. Осторожно, так чтобы... Угу. Она штучка тонкая. Тонкая? Значит, в полночь я туда нагряну, как будто случайно, и поднимаю шум. Вы меня поняли? Мы ведь друг друга понимаем с полуслуг, не так? Еще бы. Я надеюсь. Стоночек, я надеюсь. Дача, которую вам так хочется продемонстрировать. Да, Светик. Это и есть моя дача. Хороша, очень хороша. Это же не дача, а самая настоящая вилла. А уж внутри-то, Светланочка. Ой, простите, вы не могли бы отступить на шаг? Я терпеть не могу, когда мне дышит у затылок. О, пардон, пардон. Светик, вы ничего не чувствуете, а? Нет, почему же? Чувствую баранину в чесночном соусе. Извините. Я, если бы я... Да, достаточно было заглянуть в меню. Я-то заказала себе ветчину с огурцом. Вы страшно проницательны. Не знаю, страшно ли, но я не простофиля. Так говорите, что это ваша дача. А почему бы и нет? Хм, человек, который построил себе дачу, и регулярно на нее наведывается, лучше ориентируется на дорожном перекрестке. Что вы на это скажете? И потом, откуда у вас такие средства? Это... Так это... Ведь это ж сруб. Ну что вы, ну немного леса, всего лишь немного леса. Давайте посмотрим. Цокольный этаж с гаражом и, наверное, с мастерской. Сто тысяч крон, как пить дать? сама дача, точнее вилла 300 тысяч, каменный фундамент забора из закантованного гранита 50 тысяч, заборы из лиственницы 30 тысяч, не меньше, а у вас, как у прораба, ну пусть даже старшего прораба, максимальный оклад 2 800, без вычета налогов. Чистыми выходит 2 200, 2 300. Сколько же лет вы копили на эту дачу, милый друг? Да я... Вот честное слово, я ее строил. Я охотно верю, но для кого? Я, я что-то плохо вас понимаю. Зато я начинаю понимать. Послушайте, Вендолин, ведь вас именно так зовут. Да-да. Вендолин. Так вот, послушайте, Вендалин, вообще-то вы очень симпатичный парень. Да. Немножко самодовольный, но это у вас пройдет. Вы мне нравитесь. Правда. Правда. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Помните про чесночный соус. Итак, я повторяю: вы были вы бы мне симпатичны, если бы вели честную игру. Вы ведете меня в самый шикарный ресторан, потом везете на чужую виллу. А теперь выкладывайте, чья это вилла и что все это значит. Ну, ну как бы, как бы это вам сказать? Так, теперь уже можете не говорить. Ну, знаете, ночью на моей даче столочек, и вы смеете водить ко мне на дачу девиц! Это злоупотребление! Доверием! совершенно с вами согласна. О. Вот только чьим доверием? А, а это простите, товарищ Светличкова. Это недоразумение. Я, я. я понятия не имел, что у товарища Стоночека свидание именно с вами. Но тогда не стану вам мешать. Не стану вам мешать. А вы и не мешаете наоборот. Я рада познакомиться с владельцем этого особняка. Правда, Венделин пытался убедить меня, что это его вилла. Товарищ Станочек, ну. как же вы могли... Построить вот. ее на свое жалование, не так ли? Ну. А вот наш начальник, я уверена, может подтвердить свои права на нее любыми документами и даже строительными счетами. Вы... Э -э -э, не правда ли, товарищ Каганев? Да. Да, конечно, разумеется, что касается этой дачи, этого садового домика. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Домик так домик. Джентльмены. Да. Не пора ли пригласить даму в домик, раз уж счастливый случай свел нас в этом месте? На улице довольно прохладно, только я понять не могу, почему этот товарищ Каганек вдруг вспотел. А... Или нет? Смотри, о чем идет речь. О чем, о чем, о чем, о чем? Об этой Светличковой. Ну что, ты просил, секретаршу? Просил. Вот ты ее и получил. И нечего отбрыкиваться. Слушай, неужто ты бросишь друга в беде? Вы на меня руководству жаловались? Жаловались. Ну, был такой грех. Да разве у меня одного огроза? Ничего не требовал, а коштел. Разве не плакался больше всех? Э, он уже не плачет. Мерта. И ничего больше не требует. Вот видишь, где же здесь логика? Если основные наши подразделения ничего больше не требуют, стану ли я со своим отделенишком... Э -э -э -э, ну, зачем ты так? Разве не ты изнемогал? Не ты ли разрывался на части? Я уже не разрываюсь. Господи, да эту пару несчастных писем я могу одним пальцем натюкать на машинке. Верни ее Гроузе. Монтажное производство, это же краеугольный камень нашего предприятия. Вы мне только сдайте вовремя коробку любого здания, а я уж довести до ума, Ха. да для меня это пара пустяков. Ну, Гроузе говорит, что сам совсем управится, он только что был у меня. Тогда верни ее Коштилу. У него дело вообще швах. Позавчера они опять забыли прислать автокран. Шум дошел до генерального. Хозяйство правда вспомогательное, а поважнее любого другого нынче же все возят. От панелей до гвоздей работа у них вообще. Выше крыши. Ну, не скажи. Вчера Коштел клятвенно присягал, что со всеми делами управится сам и ни в какой помощи не нуждается. Видишь, Хе -хе, как не верди, как и нака пока остается у тебя. Мерта, а, Мерта, а, Мерта, ты одумайся, а у одумываешь, тебя ведь такая специалистка заслуживает более ответственной должности. <связь> Я бы сгорел от стыда, Мерта, что держу ее понапрасну в своей конторе. Как я могу раздувать административные штаты в наши дни, когда все должны экономить и повышать производительность труда. Ведь радио, телевидение, газеты, все только об этом и говорят. Ну, хорошо, хорошо. Эту песенку я уже слышал от Гроуза и Коштела. Ха. Вот видишь, все мы думаем об одном и том же. И тебе надо задуматься, мы не имеем права быть равнодушными к интересам общества. Да-да. Давно это у вас, товарищ Каганек? Давно ли, товарищ Мерта? Рационализации, интенсификации у нас, говорят, уже давно. Да, к сожалению, на нашем предприятии об этом только говорят. Но ведь мы в самом деле за это. Да? Правда? Вот директор-то обрадуется. И пусть радуется. Постой. А с чего ты при приплел сюда директора? Ну, речь идет о рационализации нашего производства, ты же знаешь. А, это о предложениях, которые мы должны были представить руководству. Вот именно. О да, да. Так вот, предложения, товарища Светличковой позволяют нам прийти к конкретным выводам. <къех> Данные ее личные проверки, да, Предложения! Данные личной проверки! <къех> доказывают... Марта, ты что мелешь? Так вот, с завтрашнего дня Светлана Светличкова становится руководительницей секретариата директора. <говорит> Тихо. Ты помнишь, мы рассматривали возможность слияния трех наших подразделений в единое целое. Да, конечно. Вот. И Светличкова с фактами в руках доказала, что это разумный вариант. В перспективе он дает возможность перейти на двухсменное производство и полностью использовать производственные мощности комбината. Ой, это конец. Не, какой же это конец. Каганы, это только начало, дружище. Во всяком случае, на нашем комбинате.